вот такой пункт очень понравился мне. Сегодня идем получать ласты. Сейчас посмотрите здесь. Все сделано фирменно. И даже очень отлично. Очень понравился ваш пункт. Решил записать. Там я сейчас сделаю. Итак, друзья, вы смотрите, Казань Экспресс, проверка заказа, ножницы, видите, на магнитике здесь все, и это все. Ну, очень так. Давайте вскроем его, вскрывайте, не бойтесь. Я сейчас сразу на бассейне не пойду. Сейчас пока скрываете, смотрите, примерочная есть, примерочная. И вот этот знак. Сейчас. Оказывается, в Инстаграм у них тут акция. Раз, да, все. Вот девушка любезно согласилась скрыть. Ну, вижу, что сейчас на бассейне мне будет шикарно. Да. Пакетики там остаются. Цифры? Или нет? А пакет есть у вас в фирме? Да. Друзья, ласты 1666 или 69 рублей. Посмотрите, батарейки на магнитике, на ножницы, это же кроны. А это что такое? Батарейки, да, эти таблетки. Шнуры. Ну что, неплохо, неплохо, понравился. А это что? Итак, скрываем. Эту сторону. Это конечно. Откройте, я сейчас твой пластмассу какой-то. Тут, наверное, бантик какой-то. А, нет. Расчехлить надо. Смотрите, все четко. Ну что, друзья, спасибо Казан-экспресс. Вообще это казанское, да, все? Да. Тут одна девушка молодая и немножко... Знаю по этому лицу. А, не вот какие. Вот здесь любая нога залезет. Так что, друзья, закончим. Всем спасибо, всем пока. Как зовут? Олеся. Олеся, очень приятно. Всего доброго, друзья.